Всем здорово, с вами Фил, и это очередная рубрика про постройку. Сегодня у нас будет не дом, а так сказать выпуск, связанный с Майнкрафтом. В принципе, возможно, эту конструкцию вы сможете использовать как дом, но так как я ее не строил, говорить пока заранее ничего не буду. Давайте начнем строить, и там уже разберемся по ходу дела, можно будет в ней жить или нет. Так, конструкция у нас сегодня будет довольно узенькая, поэтому я думаю, вот здесь она поместится. Так, нам надо всего лишь три фундамента поставить. Из них улучшить вот этот и вот этот. Кстати, мне нужна ткань. Пойду по-быстренькому убью зверька какого-нибудь. Тут рядом, по-моему, были. Конопельку соберу. Все, возвращаемся, начинаем строить. Надеюсь, на лестнице мне хватит. Я уж не помню, сколько там на них надо. Так, пока что... Будем рушить топором. Шкаф не будем пока ставить. Шкаф куда-нибудь повыше хочу запулить. Так, а интересно, еще фундамент влезет тут? Да, тут, если что, влезет. И тут тоже, соответственно, влезет. Так, отлично. Ставим, как обычно, пилары. Не буду говорить, что это за конструкция. Возможно, кто-то догадается по названию. По названию видео. Но... Не знаю, не знаю. Посмотрим. Посмотрим на вашу сообразительность. Что больше всего школьники любят строить в Майнкрафте? Знаете, знаете, а я знаю. Так, все это должно выглядеть как-то. Так, а вот тут по фундаменту влезет, интересно. Да, тут тоже по фундаменту влазит. Отлично. Так, что-то подлагивает немного сервер, ну ладно. Так, это тоже улучшим, потому что... Так, красивее будет. И тоже пока оставим без изменений. Так, и будем строить задние стенки. Так, где они? Что-то я потерялся немного. Так, вот здесь. Соответственно, пилары тоже вот здесь поставим. Попытаемся их улучшить отсюда. Так, стенки вот эти тоже надо улучшить. Ага, что у нас? Так, вот там пилары еще надо поставить. Так, конструкция, как обычно, на ходу. То есть идеи у меня были, но я ее еще не строил. Поэтому, возможно, будут какие-то корректировки по ходу. По ходу дела. Но я думаю, это не так страшно. Так. Это тоже улучшаем. И разворачиваем, чтобы все красивенько было, как всегда. Вот. Так. И вот здесь давайте тоже пиларчики поставим. Чувствую, видео опять долго затянется. Если я буду такими темпами не... Ой, как сказать-то, не торопяжными темпами строить. Так, ладно. Я думаю, еще вот здесь нам стеночки понадобятся. Ага. Да, так, я думаю, будет идеально. Так, и давайте лесенки сделаем. Где они находятся, только я не помню, к сожалению. Вот лестница. Так, нам понадобится... Давайте штук 7 пока сделаем. Они все равно в одной клеточке скапливаются. Так, будем делать с самого низу их. Так, что-то... Ну, давайте вот так сделаем. Ладно, с другой стороны, пока не будем. Я думаю, мы тут сможем залезть еще. И все подправить. Так. Пол. Нужен пол. Вот здесь. Так, вот здесь нам нужен пол. Блин, тяжело тут лазить. Мне кажется, все-таки эту конструкцию для дома нельзя будет использовать. Чуть не умер. Так. Как бы лучше сделать тогда? А если в один этаж поставить, ну-ка. Да не, в один этаж вообще некрасиво будет смотреться. Так, сразу хочу-то стенки еще сделать тут. Так, я понимаю, что это чуть все неудобно очень. И вот тут, наверное, можно будет. Если вот так поставить, мы пролезем тут. Не понимаю, пролазим или нет. Если лестницу ближе к краю поставить, так, а тут стенка будет. Ой, что-то я пока не понимаю. Ладно, давайте все потихонечку делать. Там уже разберемся.
что и как должно быть. Так, короче, с одной стороны начнем пока. Не, нифига не могу пролезть. Так, и бить что-то я не особо могу, и вообще я застрял. Нет. А, на лестнице, наверное, нельзя бить, да? Тяжелый случай. Будем экономить, слазим за копьями, за нашими. Или я не могу их взять? Не, могу, могу. Все, отлично. Так, еще одна. А, все, красота. Ну что, не хочешь браться? Ладно, мелочи, не особо нам нужны эти копья. Так, что же нам делать? Так, давайте стенку еще вот здесь сделаем. Все улучшили, развернем. И вот здесь нам тоже стенка, в принципе, нужна. Так, что-то я не стенку выбрал. А, тут все, я понял. Конструкция. А, все. Все верно поставилось. Отлично, отлично. Так. Все медленно идет. Тут должен быть дверной проем. И здесь должен быть дверной проем. Все, улучшаем. Так, так. Развертываем. Тут тоже стенки давайте ставить. Хотел по одной башенке делать. А получилось, как обычно, сразу две. Параллельно. Ну, потому что, чтобы симметрично все было, чтобы нигде ничего не накосячить. Мне больше нравится так. Так, это забыли улучшить и развернуть. Так, ну что ж, тогда будет другая система немного. Я же говорю, придется модернизировать вот здесь. Лестницы будут вот здесь, по-любому. Да. Тут, в принципе, даже в один блок можно оставить домик. Но в один блок дом это вообще не серьезно. Так, и пиларчики. Пиларчики продолжим с пиларчиками. Занятия. Так, так. Так, так. И вот так. Отлично, давайте улучшим. Чувствую, это видео вообще практически без музыки будет. Но только на фоне. Так, к этим мне как добраться, можете. Так, вот здесь надо по-любому ставить шкаф. Давайте сделаем. Так, еще надо чуть подумать про конструкцию. Вот здесь, в общем, стенки будут по-любому, в любом случае. И я думаю, шкаф надо по-любому сюда забахать. Потому что ломать что-то мне вообще не нравится. Топориком, тем более не так много прочности. И теперь мы можем поставить спокойно крышу. Сходить улучшить эти пиларчики. И сломать. Блин, все-таки киян. Как раньше было удобно, рейдишь чужой дом, зафигачиваешь его киянкой весь, и он рушится. Красота. Сейчас таких блаженств нам разработчики не доверяют. Ну да, как обычно, я пилар улучшил, а... Как обычно, что-нибудь да забуду, как говорится. Так, стенки ставим. Почему нельзя на таком расстоянии улучшить? Поставить можно, улучшить нельзя. Непонятненько. Так. У нас там лестница еще есть. Тут мы... Так, вот поступим. Оп, перепрыгнули. Просто Assassin's Creed. Так, ладно, не будем экономить ресурсы. И вообще, вот это пока так оставим. Кстати, если тут будет фальш, это, фальш-башня, пока что так будем называть, не хочу вам раскрывать все карты, фальш-башня, то можно даже в два блока тут сделать домину. Ну, как домину? Условно, условно домину. Так. Да-да. Будем считать, что тут только так можно сделать, потому что у меня новые идеи генерируются по ходу строительства. Я думаю, что можно еще тут развить. В принципе, я представляю, как это все должно выглядеть, но не до конца. Так. Здесь все-таки еще придется сделать фундамент. Да, и с другой стороны. Так, надеюсь, все влезет. Отлично, отлично. Тоже улучшим. Здесь будет чисто из пиларов. Все. Так, пока отлично, что помещается. Я рад, что мне пока не приходится перезаписывать по несколько раз. Так, хорошо, что у меня камня нет тоже. Не улучшается все.
Вообще много чего хорошо пока что складывается. Так, ага, те улучшим там уже сверху. Так, пока в моем представлении все получается идеально, правильно. Так, так, так. Улучшаем это, улучшаем это. Так, ну что ж, полезли наверх. Полезли наверх. Так, наверх мы залезли. И предлагаю сделать вот здесь крышу. Так как без нее вообще неудобно будет нам тут лазить. И вот здесь даже крышу я предлагаю сделать. Такая вот конструкция будет довольно. Ну, какая довольно. Довольно конструкция будет. Так. Вот здесь нам надо как-то улучшить. Ага. Неулучшенный пилот. Ну ладно, там снизу потом залезем. Улучшим, потому что тут что-то я пока не вижу способ. Или вижу. Вижу. Лично, значит, нам не придется там барахтаться, лазить. Так, здесь с этой стороны делаем все симметрично. Так. И вот так. Так, вообще все. Все получается прекрасно. Так, ставим опять пилары. Пилары. Без пиларов у нас ничего не получится. Может, конечно, и получится, но я за надежной конструкцией, поэтому пусть будет все с пиларами. Лучше, как говорится, больше надежности, чем меньше надежности. Мне можно уже статки свои писать, мне кажется, в группе. Бредовые. Так, улучшаем, улучшаем. Там какой-то домик на горе. Серьезный. Так, ага. Все, тут будут стенки. Стенки. Так. Так, так, так. Так, так. Так. Так, все замуровали. Ага. Здесь все улучшаем. Отлично, все развернули. Так, надо опять, короче, слезть на улицу, посмотреть, что там. Что там у нас получается. Ага, пока что все нормально, нормально. Так. Ну, сейчас, я думаю, вы уже догадались, что я строю. Да. Блин, не знаю, раскрывай. Ну, в общем, ладно. Строим мы чувачка из Майнкрафта. Так, тут будет... Не, в принципе, кстати, можно в этом чувачке даже будет пожить. Тут есть местечко. Так. Тут нам сейчас придется еще лесенку ставить. Вот, давайте ее, в принципе, вот так наискосок забуровим. А, все, поставилось. Блин, что-то как непонятно, ставится лестница без звука. Может, это на этом сервере только так что-то лагает. А может, вообще удалили случайно звук разработчики? Они у нас могут, они у нас веселые ребята. Так, давайте снова пилары поставим. Блин, хорошо, что пока все ставится, а то я боялся, что на такой высоте мало ли что-нибудь пойдет не так, поэтому здесь без пилара вообще никак нельзя. Вон, пока стабильность вообще нормальная, если по процентам смотреть, 70-80. Я думаю, это нормальненько. Так. Улучшаем, улучшаем. Так, и здесь у нас опять стенки будут. Вроде мы все пилары улучшили. Так, 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 так. И вот здесь тоже стеночку. Тут почему-то все время не так разворачиваются. Может, я под углом, под каким-то не таким ставлю. Ну ладно, это без разницы. Так, здесь у нас все, что мы хотели, готово. Здесь сделаем, пожалуй, корольюшок. Вот здесь.
Здесь а крыша у нас должна быть. Так, еще надо лестницу. Кстати, лестница, смотрите, прям ровное количество сделал. Все, это, я думаю, последний больше нам не понадобится. Так, блин, отсюда уже даже падать страшно. Ух, высоко-то как. Хотя нет, наверное, еще лестница мне все-таки понадобится. Ладно, сейчас посмотрим. Что-то я вроде и хочу сделать то, что думаю, и с другой стороны не понимаю, что именно надо сделать. Так, вот здесь по-хорошему. Сделать. Может, вот так будет нормально смотреться. Или не очень-то нормально. Ой-ой-ой, что-то не понимаю я. Ладно, давайте попробуем вначале сделать. Так. Так-так. И слазить, посмотреть. Так, даже вот улучшим. Вот эти дела. Так. Улучшили, а не той стороной. Ломаю только. Это перевернули. И это перевернули. Все. Погнали вниз. ХПшечки потихонечку теряются. Ой, опасный человек получился, конечно. Какой-то он толстенький. На маленьких ножичках. И рук как будто у него нету. Так, а если бы мы убрали? Так, может ему культи как-нибудь сделать? Ну-ка попробуем, если сейчас можно сломать. Сделаем треугольные ручонки ему. Так, полезли вверх. Так, руки у нас где-то... Здесь, наверное, должны быть. Или нет, тут уже голова. Тут я, наверное, слишком широко сделал, что-то размахнулся. Тут, наверное, все надо удалить. И вот это, естественно, тоже. Да, вот так, я думаю, нормально смотрится. Вот это давайте тоже удалим. Не будем, конечно, передумал я треугольный культиму делать пока лес. Вот так, я думаю, должно быть лучше. Кстати, нет, не вот так. Новые идеи генерируются сразу. Так, тут будет дверь и типа выход на балкончик такой. Давайте сделаем вообще замечательно. Блин. Обожаю, когда хорошие идеи приходят на ум. Вот так. Блин, я думаю, вообще там должно все круто смотреться. Так, хорошо, что мы успели все сломать вовремя. Так, вот эти сломаем тоже. И здесь тоже симметричный балкончик сделаем. Так. Оп. И дверцу. И улучшаем все. Вот так. Отлично. Так, и здесь. Здесь попытаемся. Так, тут все нормально. Так. И тут попытаемся сделать, наверное, все-таки. Блин, может, без пилар, нет, не то поставил. Чуть-чуть давайте недоделанный домик сделаем. Ну как доделанный, но и недоделанный. Так. Нет, это все некрасиво. Крыша это. Так, а здесь. Удалим. А че он на пиларах не стал держаться? Странно, тут же у нас пилары есть, по идее, должна там была вот эта стоять нормально. Наверное, стабильности не хватило, по крайней мере, я так думаю. Так, а здесь, короче, я думаю, так. Так, крышу там делаем. И. Так.
Вот здесь по-хорошему какие-нибудь шипы положить, вообще они бы. Кстати, шипы мы не можем случайно делать. О, это ловушка. Да не, они исследуются. Жалко, тут или шипы нельзя ложить на фундамент. Блин, не помню, ребят. Честно, не помню, что-то я в ступоре. Ну ладно, капканы точно можно ложить, можно капканов их ложить. Но так, чисто для оборонки. Вот. А шипы, кстати, красиво бы смотрелись, как будто плечи такие шипованные. Так, ладно, давайте улучшим. Так, туда я не дотягиваюсь, не дотягиваюсь. Так, блин, лестниц мне все-таки не хватает. Так, давайте сейчас найдем еще лестницу, сделаем. Все, я думаю, одной должно хватить полностью. Так, и тоже в центре, чтобы все симметрично было, аккуратно. Так, все хватает, можем все улучшать. Так, и разворачиваем. Так, что-то... Что-то я чуть не погиб, вы видели, да? Что-то большой высоты слишком я навернулся. Давайте по-быстрому все схаваем, что у меня есть. Так, бинты, бинты, где бинты? Я уже забыл, как бинты пользоваться. Нажимаю два раза на кнопку, они что-то достаются, убираются, достаются, убираются. Блин, высоко тут лететь так-то. Ладно, не будем тут переворачивать, вы, в принципе, поняли, в чем суть. Так, и что-то, по-моему, темнеть, да, начало? Так, что у нас бинты не используются? Видели, что получилось? Червяк Джим какой-то. Это даже я не знаю, как назвать. Какое-то чучело ночное. Не, все-таки мне кажется, высоковато. Башку можно было тут оставить и делать ее лучше. И из обычного квадрата, и на табличках рисовать глазки, там рот и все такое. Я думаю, руки удлинять даже не стоит. Вот такие вот, как... Раньше в Майнкрафте другим цветом делали, но вдоль такого, вдоль ног везде шло у него. Будь такой червяк Джим, возможно и выпуск назовем Майнкрафт Джим. Червяка Джима все помнят, я думаю. Когда-то на Сеге, которой у меня в принципе никогда не было, игрались. Так, ну вот такой чувак получился, вот у него ступни такие. Я думаю, довольно необычный такой смотрится, особенно если его как-нибудь фонариками украсить, я думаю, вообще будет здорово. Возможно, тельце можно было повыше вытянуть. А давайте-ка попробуем, возможно, залезем, сейчас тело увеличим. Так. Залезли. Вот здесь тоже без пиларов, без разницы, вроде нас пока все держится, не будем заморачиваться, чтобы побыстрее уже достроить, посмотреть. Так, здесь получается фундамент, конечно, сейчас ночь, и я думаю, вам не особо прям хорошо видно. О, смотрите, что это за красные дороги? Это не кровь. Офигеть, такого я в России не видел, типа туман такой ночной какой-то, психопатский. Не знаю, реально не видел, прикольно. Не знаю, насколько правдоподобно, я почему-то по ночам такое не вижу. Но симпатично смотрится. Так, в общем, вот так я хотел сделать. Давайте будем слазить. Потихонечку больше нырять не будем здесь. Так, ну, короче, как видите, как получилось. Так, а тут, может, это можно прописать. Так, day, вот, по-моему, да? А, да и вот и yes, точно, я же в прошлый раз на этом же сервере снимал. Да и вот и yes. No in progress, no. Прогресс как запустить? Да и вот прогресс, я еще не понимаю. Да и вот и... Прогресс.
Нет прогресса, нет прогресса. Почему нет прогресса? Не, ну так руки как будто не из плеч растут, получается. Все-таки, я думаю, руки надо выше делать. Какой-то такой необычный чувак получился. Довольно непутевый, но... Вот так, по-моему, он ночью довольно устрашающе смотрится. Главное, подсветить ему нужные части тела. И будет вообще здорово. Блин, вот жалко, у меня нету особо ресурсов тут, чтобы раскрасить его. Ну, точнее, не ресурсов, а вообще таких вот каких-нибудь ковров раскрашивающих нету. Потому что если ресурсов, тоже не так красиво будет смотреться. В общем, такой опасный Бармалей у нас получился. Майнкрафтерский. На этого чувачка у меня ушло не так уж и много ресурсов, потому что он весь деревянный. Конечно, я занимался некоторыми переделками, и вообще нельзя сказать, что этот выпуск прямо относится к такому уж супер строительству какого-то дома, но не знаю, почему-то мне пришло на ум построить чувачка, возможно, с какими-то косяками, возможно, вы что-то напишите мне, как можно это улучшить, и когда-нибудь мы снова построим майнкрафтерского чувака, только гораздо лучше. Возможно, в расте что-то добавится, что поможет нам в этом. В общем, такое вот видео, как обычно, надеюсь на вашу поддержку лайками, и всего вам самого доброго, покедова, ждите новых видео, возможно, скоро я все-таки дорасту до того, чтобы снимать выживание, меня почему-то к этому сейчас тянет, но не знаю, сомневаюсь я почему-то. Хочется качества больше. Ладно, все, не буду затягивать, пока-пока.